В армянском народном эпосе «Сасунцы Давид» или «Давид Сасунский» в самом начале повествования, когда Цовинар уводит в Багдад к халифу, она просит своего отца, царя Гагика, дать вместе с ней священника, чтобы, как написано, тот напоминал ей о молитве, вследствие чего она осталась армянкой. Мудрая Цовинар, забеременевшая от вод Ванского озера, прекрасно знала, в чем именно самобытность нашего народа. А самобытность нашего народа в армянской апостольской святой церкви и христианском образе жизни. Данный отрывок из нашего национального эпоса – это обращение из глубин веков к армянскому народу, чтобы мы молились за свой народ, стояли в вере всем народам во главе с армянской апостольской церковью. Ведь именно в нашей церкви находится наша самобытность. Национальные особенности традиционного армянина находятся в христианском образе жизни, в молитве, в литургии, в христианских добродетелях и традициях. Желание Цовинар взять с собой священника – это прямое обращение к нам, что только крестом возможно спасение армянского народа. Только крестом Иисуса Христа может армянин сохраниться. Если в нашей жизни мы потеряем связь со своей национальной церковью, перестанем общаться с Богом, чтить культуру и соблюдать наши традиции, тогда существование армянского народа будет лишь вопросом времени. Так прислушаемся же мы к нашим мудрым предкам, которые взывают нас из глубин веков и выразили в словах арцахского фидаина Карл Спитак Арча: «Будь христианином, сражайся, как лев».